Друзья, после того, как я сделала синичек, у меня и девчонки начали просить, и самой тоже было очень интересно сделать вот такого снегиря. Пришлось поломать голову, потому что эта птица, как оказалось, не настолько похожа на синичек, как я ожидала. Я думала, что достаточно будет просто цвет грудки сменить и перышек. Оказалось, нет. Я досконально эту птичку изучила и придумала, как и где какие перышки сделать для того, чтобы она получилась максимально реалистичной. Ну вот он у меня такой большой отъевшийся снегиречек получился. Когда мастер-класс посмотрите, вы узнаете, почему это получилось. И если захочется, можете сделать себе птичку и поменьше. Ну вот полюбуйтесь на эту красоту. Не знаю пока, в какую интерьерную композицию я его ставлю или на какую картину, но думаю, что однозначно он может стать украшением любого подарка. Дети от него были в восторге, мне он тоже очень понравился, и вы тоже сможете такого сделать. Я постаралась сделать и выкройки, и схемы поподробнее, и расскажу вам в мастер-классе все пошагово, как добиться вот такой реалистичности и сделать эту птичку из фома не так сложно, как кажется на первый взгляд. Так что попробуйте сделать и вы. Желаю вам приятного творчества!